военный эксперт, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов о карабахском конфликте. Посмотрите, нас на растяжке ставят в карабахском конфликте сегодня, и турки еще в октябре активно нарушали воздушное пространство Армении для того, чтобы мы там среагировали вместе с армянскими вооруженными силами и сбили их боевые вертолеты. Попытки были там и на границе устраивать провокации. Это вот Карабах, и все это нацелено против России. Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите «Экспертное мнение».